обращает на себя внимание увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. Их число в 2016 году в республике возросло на 36% по отношению к тому же периоду прошлого года. Невысока результативность контроля дорожного движения с использованием средств автоматической фиксации. Проблема в обеспечении безопасности дорожного движения связана в том числе с недостаточной эффективностью работы территориальных органов ГИБДД. Кроме того, в текущем году в Карелии количество дорожных происшествий с участием детей увеличилось почти на четверть.